На конкурс дети читают стихи. Новоселов Никита, 8 лет. Белый село Белый Яр, Республика Хакасия. Я очень люблю свою маму, я для нее выучил стихотворение. Юрий Шмидт по имени мать. Дождь в окошко стучит, как замерзшая птица, но она не уснет, продолжая нас ждать. Я сегодня хочу до земли поклониться нашей женщине русской по имени мать, той, которая жизнь подарила нам в муках, той, что с нами порой не спала по ночам. Прижимали к груди ее теплые руки и молилась за нас всем святым образам, той, которая Бога просила счастья, за здоровье своих дочерей, сыновей. Каждый наш шаг для нее был как праздник, и больнее было от боли детей. Из родного гнезда вылетаем, как птицы, поскорее нам хочется взрослыми стать. Я сегодня хочу до земли поклониться нашей женщине русской по имени мать.